дорогие друзья, сегодня мы будем распаковывать вот такой подарок, который мне подарили дети на день рождения. Давайте посмотрим. Я знаю, что там, конечно. Оно пришло мне по Озону. Сегодня мы получили. Будем смотреть, что здесь есть. Я знаю. И вы сейчас узнаете тоже, что здесь есть такое. О, а здесь такая красота. Знает все о приготовлении выпечки. Армин. Это. А, тут еще одна коробка. Сейчас еще одна коробка. Я надо. А здесь у нас, оказывается, вот такой планетарный миксер. Какой красивый. Ну, на рисунке это так выглядит. Вот она с этой стороны. Такие картинки. О, какой он красивый. Так, открываем. Открываем и смотрим, что же здесь. Здесь вот что у нас. Так, как теперь это вытащить? Друзья, в комплект входит вот такая вот еще, как она, сбивалка, что ли, вымешивать тесто. Крышка сюда входит. Такая крышка закрывать, чтобы по всей кухне не летели брызги. И приятный такой вот сюрприз. Такая лопаточка. Соскребать все со стенок. Очень хорошая, кстати, миленькая такая. Ясная, красивая, красненькая. Комплект еще входит. Инструкция с рецептами. Это мы потом почитаем. И самое-самое-самое главное, наш вот такой красавец. Планетарный миксер его называют. Так, что там? Лучше шнур. Так, как же час? Так, смотрю, вот хорошо оно прям прилипает так к столу. Здорово, не будет оно елозить, я так надеюсь. Теперь открываем его. Угу, очень хорошо. Классно, так, здорово. Вот такой большой длинный. А какой красивый. Смотри, сними, какой у него. Как называется? Старвинг. Если я правильно прочитала. Чаша. Чаша. Такая большая довольно-таки, на 3 литра. По-моему, даже. Ну, удобно, удобная чаша. С ручкой. Так. Надеваем. Ну и теперь надо испытать его в работе, конечно. Так, мне теперь надо... Ой, блин, что делать? Так, мы открываем. Так, вот, смотри, загорелась сигнал. Показываю. Теперь мы будем ставить скорость. Я сюда налила сгущенку. Рогачевскую хорошую сгущенку. Я пытаюсь сделать крем. Вот такую рогачевскую сгущенку взяла целую банку. И выжила сок 2 лимонов. Вот он сок. Где-то здесь 100 грамм. Вливаю в сгущенку лимон. Сок лимона. Делаю первый раз и такой крем. Ну, попробуем, что будет. Давай с Богом. Так, у нас 1, 2, 1. Так, с Богом. Сейчас маленький побрать. А самый маленький вот второй. Вторая скорость. Так, что там? На третьей скорости это пошло. О, их 6 скоростей. Четвертая скорость. Ну, тут уже как ракета полетела в космос. Пятая.
там сейчас стоит, сейчас скорость. Крем я сбивала 6 минут ровно. Посмотрим, что получилось. Ну что ж, друзья, посмотрим, какой по густоте крем получился. Получился вот он такой. На вкус сейчас попробую, скажу. Он не сладкий, не сильно сладкий. Вот это же сгущенка. Все-таки она очень сладкая. И за счет вот этого лимонного сока он такой приятный-приятный вкус имеет. Я думаю, для тортика крем очень-очень будет кстати. Будем пробовать. У меня есть вот такие уже готовые коржи. Сейчас я промажу кремом каждый коржик. И будем смотреть, что дальше. Итак, один корж я уже намазала. Теперь я беру орехи. У меня смесь лесных орехов и грецких. Я их сейчас измельчу и будем посыпать орешками наш тортик. Теперь просыпаю второй слой. Тоже орешками посыпаю. Не очень видно. Орехи я просто измельчила. Поджарила их немножечко. Микроволновки и скалкой через полотенчика измельчила. Ну, какие крупные можно убрать. Так вот. Теперь будет третий слой. Друзья, вот такой тортик на скорую руку у меня получился сегодня. Шоколадно-ореховый. Я растопила тут небольшую шоколадочку сверху. Все это полила. И такая вкусняшка нам будет к чаю. Вот с таким помощником, конечно, мне теперь будет гораздо проще приготовить любой крем и, допустим, те же котлеты взбить. Это же как здорово, когда они хорошенько-хорошенько взбиты, они тогда намного вкуснее и сочнее получаются. Тесто тоже замесить. Так что этот помощник теперь, я надеюсь, меня будет выручать. И, друзья, у меня такой подарок на день рождения. Я им очень-очень довольна. Можно сказать, игрушку такую купили мне на день рождения. На этом я буду заканчивать. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч! Друзья, для тех, кто досмотрел это видео до конца, в качестве бонуса я показываю этот тортик в разрезе. Вот такой получился. Так что будем пить сейчас чай.